Движения сложные и попроще, ритмичные и спокойные. Табата, стронгбай, зумба, майнд энд бади. Лучшие тренеры города и самые активные спортивные участники. В прошлом году такая тренировка собрала 4500 человек. Этот рекорд вошел в Книгу рекордов России. Новая тренировка прошла уже не численности ради, а здоровья для. Раньше мы гонялись за рекордами, а сейчас будем гоняться за здоровьем. Поэтому рады видеть вас. Присоединяйтесь как можно чаще к спорту. Это хорошее дело. Организаторы говорят, изначально тренировки задумывали, что спорт снова стал популярен среди людей разных возрастов. И ожидания оправдались. Мы смотрим по количеству людей, которые приходят тренироваться в парк спорта, на тренировки, программы ЗОЖ, на площадку воркаута, сколько людей стало играть в футбол. Поэтому, конечно, популяризация сегодня это, ну, наверное, основной тренд здорового образа жизни в нашей стране. Поэтому, конечно, очень много людей тренируется, это здорово. Тренировка стала финалом программы ЗОЖ «Парк спорта». Самых активных участников наградили ценными призами, а среди остальных разыграли спортивные подарки – лыжи, боксерскую грушу и велосипед.